спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я расскажу о посылке бижутерии из китайского сайта aliexpress.com. Но это будет необычный обзор, потому что все, что вы увидите в сегодняшнем видео, получит одна из вас. В конце видео я расскажу о простых условиях конкурса, в котором вы можете выиграть все то, что я покажу в сегодняшнем видео. Как видите, я сохранила специальную коробку, в которой мне все это приходит, для того, чтобы отправить одной из вас. Здесь очень много коробочек бижутерии, и сейчас я вам их быстренько покажу. Начну, пожалуй, с вот такой вот маленькой коробочки. Это их новая линейка. И внутри у нас находится вот такая вот цепочка с красивым кулоном. Просто посмотрите, как сверкают вот эти вот камешки. Кулончик в форме сердечка. Он сделан как будто под серебро. И украшен множеством маленьких сияющих прозрачных камешков. Все это на красивой цепочке. Посмотрите, какая она необычная. Все детали выполнены очень качественно. Каждый камешек точно на своем месте. Выглядит это далеко не дешево. И мне кажется, будет отличным дополнением к любому наряду. Следующая коробочка уже будет покрупнее, она вот такая вот, и внутри у нас это чокер. Чокер, но чокер необычный, он многослойный и украшен красивыми переливающимися камешками. Он состоит из трех элементов, это чокер с подвеской, цепочка, которая выполнена под золото, и красивые черные бусы. При всем этом дизайн выглядит очень романтичным. Как по мне, довольно такое оригинальное украшение. В этой посылке очень много браслетов, и хотя это один набор, почему-то они упакованы в три разных коробки. Итак, в первой у меня очень милый вот такой вот браслетик под золото с сердечком металлическим. Он регулируется по объему руки и даже как самостоятельный браслет выглядит очень даже прикольно. Следующий браслет тоже выполнен в этом же стиле. Он с такими вот золотыми бусинами и уже с металлической такой скобкой. Здесь написано «We sleep under the same moon». «Мы спим под одной луной» в переводе. Кстати, в каждой коробке с браслетиком лежит вот такая вот маленькая бутылочка. Она с определенным посланием. Что там внутри, узнает только победитель. В третьей коробочке у нас браслетик, бусины которого и подвеска выполнены из металла. И украшены вот такой вот интересной стрелой. Опять же, вас в коробочке ждет маленькое послание. На самом деле, все эти три браслета очень хорошо смотрятся вместе и дополняют друг друга. Дальше я вам покажу целый комплект бижутерии, который, честно говоря, вызвал у меня много вопросов, когда я его получила. А состоит он из вот такого вот колье, вот он, такое вот большое, многослойное, яркое, необычайно, с множеством разных элементов, от цепочек до разных подвесок. И в комплекте к нему идут вот такие вот сережки, которые опять же в отдельной упаковочке. Это вот такие вот гвоздики на синем камушке с элементами, которые фактически повторяются с теми, что у нас на колье. В таком же стиле выполнен браслет. Все в одной тематике с множеством разноцветных элементов. Это, я бы сказала, более летний набор в стиле бохо. Когда я его увидела, мне казалось, господи, с чем и как вот это носить. Но потом я увидела фотку одной девочки, наверное, блогера, которая все это умеет носить. И, блин, на ней это смотрится просто шикарно. И знаете, я поняла, что дело, наверное, не в бижутерии, а то, как ты умеешь ее сочетать. В крайнем случае, если вам что-нибудь не понравится, вы можете просто это снять. И, например, у вас останется вот такой браслет или вот такие. Наконец-то коробочка у меня закончилась, а это означает, что пришло время условий конкурса. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить вот такую вот огромную коробку с бижутерией, это первое, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, добавить меня в друзья ВКонтакте, все ссылки я оставлю внизу, а также написать в комментариях, ну, допустим, какое у вас сейчас настроение. Как видите, правила очень простые. Конкурс продлится ровно месяц, и накануне Нового года кому-то из вас придет вот такой вот красочный и яркий подарок от меня. На этом все. Удачи вам в конкурсе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также вы можете сейчас кликнуть на любую из иконок и посмотреть еще один видеообзор с бижутерией. Спасибо вам за внимание, а я вас всех целую. И пока!